Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! На сайте CitizenGo появилась петиция, которую опубликовали активисты православного общественного движения 40-40. Они потребовали лишить гражданства России телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших в программе 7 января. В частности, активисты предложили внести в Конституцию России пункт о запрете двойного гражданства, чтобы Урганта и других обладателей иностранных паспортов можно было лишить российского паспорта. Православных активистов не устроил показанный во время телешоу коллаж с известными актерами и режиссерами, который ими был воспринят как глумление над Иисусом Христом. Кроме всего прочего, Урганта раскритиковали за приглашение одиозных гостей, в том числе известного богохульника и гомосексуалиста Жерара Депардье. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!